Впервые за все время существования Херсонщины в статусе пограничной области в регионе побывал глава государства. После длинной речи в администрации о реформах, децентрализации и модернизации армии, президент затрагивает тему, которая в первую очередь волнует жителей пограничной области – вопрос безопасности. Херсонская область не поставилась, когда Путин марував ее в склад Новороссии. Ви це пам'ятаєте, але перший відбій відділ дали саме Херсонці. Я це завжди буду пам'ятати. Першими стали на блокпости, першими рали порядок в місті, першими вийшли на Чухарку разом з українськими прикордонниками. І зараз на ваші плечі лягає найменша відповідальність за забезпечення безпеки. Президент понимает, ситуацию в регионе пытаются дестабилизировать. Не просто система межнациональных переговоров, кто будет намагаться посеять розпач, розпраду, клин вбити. Татарам сказали, что их не чують. Керівництво области сказали, что татары готовят. Не получится этого. В стратегическом регионе полгода не было главы облгосадминистрации. Новым руководителем области назначен молодой херсонский политик, нардеп от блока Порошенко Андрей Гордеев. Мы докладываем усилия, чтобы обеспечить спокойствие на улицах, а также подбадать про безопасность от ворога и информационную безопасность. Глава государства побывал на одном из предприятий, которое входит в состав Укроборонпрома – завод «Паллада». Там он принял участие в церемонии передачи иностранным заказчикам плавучего дока. Показали президенту и сконструированные на заводе мобильные блокпосты. 8 из них уже отправлены на передовую и на посты админграницы с Крымом.